Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, начинаю новый влог. Как вы уже поняли, у моего сыночка старшего 2 октября был день рождения, ему исполнилось 11 лет. 11 лет. Они для меня маленькие еще и всегда, наверное, будут оставаться маленькие, как любые дети для мамы. Я, кстати, покрасила волосы краской Олин. Да, Олин, вот это я вам показывала, которая заказывала на сайте Фармакосметика. Единственное, что плохо я растянула по длине волос, конечно. Вот, но ладно. Но мне очень нравится цвет. Вот он сейчас, у меня сейчас освещение на меня, и поэтому все краски кажутся ярче. Но цвет такой, ну, мне вот нравится такой черный, но не сильно черный. Я не знаю, как это объяснить. Но, в общем, мне понравился цвет, если понравилась сама краска. Волосы мягенькие, прикольные. Единственное, что я, как всегда, закрасила кожу себе немножко. Но я все время забываю покупать вот этот вот. Есть средство для удаления краски с кожи. Ладно. Вот. И еще у нас 5 октября с мужем была годовщина свадьбы. 14 лет. Вообще, это агатовая свадьба. И я вначале думала, что надо мне какое-то украшение с агатами. Мне вообще нравится камень агат. Это белый камень агат. Но я смотрела только на одном сайте, на сайте Sunlight. И ничего мне не понравилось. Вот не понравилось ничего из того, что там было. Больше я нигде искать не стала. Думаю, ну и ладно. Вот. Еще будет потом у меня возможность, но я заказала нам и мужу подарок. На сайте Рандеву я уже говорила, что у меня есть купон на сайте Рандеву. Я вам его оставлю. Купон на скидку, который дает дополнительную скидку ко всем уже скидкам на сайте. Поэтому получается дешевле, чем где-либо вообще. Вот, ну и, соответственно, там есть мои любимые ароматы. Ароматы, которые мне... Я обалдею от них. Вообще, я люблю... Я поняла, что я люблю арабские. Такие восточные направления. Я вскрываю коробочку. Мне сейчас привез курьер. Вот, здесь не только для меня, но и для моего мужа. Я решила нам такой... Ну, нам на годовщину такой небольшой... Вкусный подарок. Ссылки все я вам оставлю. И также промокод тоже оставлю под видео. Будет... Я всегда ссылки оставляю под видео. Открывайте, смотрите. Вот такая тут бумага. Так, здесь накладная. По ценам тоже вам скажу. Значит, смотрите. Доставка у меня получилась бесплатная. Ну, у меня и сумма заказа достаточно такая большая получилась. Но себе и мужу. В этом есть оправдание, да. Я заказала аромат, который мне, ну, наверное, года два, может быть, рекомендуют многие мои зрители, когда видят вообще ароматы от Attar Collection, когда я их показываю. Это Haltat Night. Я долгое время не покупала его, потому что именно этот аромат почему-то очень, ну, дороже стоит из всей линейки. Но на Рандеву очень даже приятная цена. Я его приобрела. В общем, он стоил 5 930. Плюс применяете промокод, и получается еще дешевле. Вот такая у меня прелесть. Я его, кстати, не тестировала, не пробовала. Но все говорят, что это вишня. Вишневый кальян или что-то в этом духе. Именно ароматы от Attar Collection я заказываю в оригинальной упаковке. То есть там есть, ну, уцененные товары, да, но мне нравится еще именно и коробочка. И это, получается, 5-й аромат в моей коллекции. Но это прелесть прелестная. Особенности флакончики. Мне безумно нравятся эти флаконы. Просто это огонь. Давайте я вместе с вами попробую аромат. Первый пустой был. Ух ты, какая прелесть. Это реально вишня. Засахаренная такая. Может быть, да, вот читала отзывы, что это такой вишневый кальян. Вот, наверное, есть что-то такое.
Вообще балдежный. Это аромат будет мой как раз-таки осенний аромат. Я чуть попозже сниму видео, покажу мои осенние ароматы. Но в основном, как вы понимаете, там будут отары. Куда без них. Сниму видео, оно такое, наверное, небольшое, где я расскажу основные такие мои любимчики именно на осень. Боже мой, какая вкуснота! Действительно такой вишня с косточкой, может быть, вишневое варенье, но скорее даже вот именно вишневый кальян больше. То есть что-то такое немножко дымное. Ой, обалденно, девочки, обалдеть! Не зря вы мне все его советовали. Очень вкусный аромат. Вообще отары очень вкусные. На мне не держится целый день. Все отары. И второй. Решила я посвятить и мужа, конечно же, на мою любимую марку. Это мужской. Называется Crystal Love. Вот так вот он выглядит. Ссылки я вам оставлю, конечно же, девочки. Объемы по 100 мл. Меньше, по-моему, нет. Но можно заказать на рандеву. У них есть аромабоксы. Ну, зайдите в раздел аромабоксы. В аромабоксах в некоторых представлены отары. Так что можно потестировать, заказать сразу аромабокс. Стоимость вот этого мужского аромата 6325. Это именно мужской. Написано «Фолхими». Я распакую, муж не обидится, что я распаковала его мини-подарочек. Но я ему говорила, что я ему закажу. Он даже оказался не против, потому что ему нравятся ароматы от отар, когда они на мне. Ну, вот женские варианты. Вот так вот выглядит. Прям красота, да? Так, как тут? Вот так. Красота просто. Давайте я тоже его куда-нибудь нанесу на бумажку. На себя не хочу. Нет, на себя нанесу. Также первый пустой. Ой, какой вкусный. Но это надо, на самом деле, мужской аромат. Нужно, чтобы мужчина на себя нанес. Тогда он немножко по-другому раскрывается. Он такой немножко свежий. Стартует, а дальше немного зеленый, немножко сладковатый, немножко древесный такой. Слушайте, ну я нанесу на мужа, вот у меня придет с работы, я ему вручу. Я потом вам в каком-нибудь из видео расскажу, как вот этот аромат мужской, как он носится, потому что я знаю, что многие тоже любят отара и мужской аромат для своих мужчин. Тем более скоро же Новый год, да, тоже можно подарить. Слушайте, ну приятный такой, немножко древесный, немножко зелененький, немножко сладковатый. Мне кажется, даже женщина может его спокойно носить, но он все-таки мужской. Все-таки лично для меня мужской. В общем, потом вам расскажу, ссылочки оставлю, промокод вам, конечно же, тоже оставлю под этим видео. Так что обязательно переходите, смотрите. Но действительно цены, то есть еще минус скидка по моему промокоду, и получится еще дешевле. Это дешевле где-либо. Плюс, конечно же, там постоянно проходят всякие различные акции и тому подобное. Так что очень советую. Мне привезли курьером с момента заказа через 3 дня. Через 3 дня, вот в тот день, который был указан на сайте, курьер ко мне приехал, так как я живу за городом, обычно ко мне не ездят. Вот, приехал, заранее отзвонился. В общем, супер. Так что мне этот сайт очень-очень нравится. Еще забыла показать. Рандеву все время кладут маленькие вот такие подарочки, пробнички. Смотрите, вот такой вот мне пробник. Я такой, кстати, аромат вообще никогда не пробовала. Мне кажется, не пробовала. Впервые такой вижу. Вот такой вот маленький. Обязательно попробую, потестирую. И вот такой вот пробничек. Это у нас... Что это? Я не знаю. Надо почитать мне в интернете, перевести. Корейский какой-то... Не знаю, что это. В общем, почитаю, посмотрю. Но пробнички я люблю, я уже говорила неоднократно. Вот, так что рандеву, спасибо. 2 вот таких вот пробничка. Особенно вот этот. Обязательно попробую, тоже потестирую.
Так, ну и давайте в завершении этого видео я также вам покажу вот такую вот посылочку. Это тоже мой подарок на годовщину свадьбы. Как вы понимаете, это платки, платок, точнее один платок, Павлопосадский платок. Каждую зиму, каждую осень я смотрю там платки. У меня есть на канале, вот немножко пару слов скажу, у меня на канале есть видео. Сейчас я найду ножницы, куда-то я делаю. На канале есть видео, где я показываю свою коллекцию Павлопосадских платков. Но я не коллекционер. Я даже, что касается ароматов, я тоже не коллекционер, потому что я их покупаю не ради бутылочки, чтобы она у меня стояла на полочке, да, что касается ароматов, а ради того, чтобы носить и наносить на себя эти ароматы. Соответственно, платки то же самое. Я покупаю их не ради коллекции, а ради того, чтобы носить этот платок. Я их ношу. В основном я ношу осенью, то есть когда уже холодно, я покупаю в основном шерстяные. У меня один есть только платок шелковый. Так у меня в основном шерстяные платки, именно шерстяные платки мне очень нравятся. Также платки там есть с бахромой, есть без бахромы. Мне нравится именно с бахромой, причем в большей степени мне нравится именно шелковой бахромой, потому что, ну, это красиво, это очень красиво, Павлопосадские платки. Так вот, под тем видео у меня, скажем так, зрители там разделились на два лагеря. Первый – это кто считает, что это бабские платки, в прямом смысле этого слова, что для молодой женщины, девушки нельзя носить такие платки. С этой категорией я не согласна категорически. И причем, кстати, эта категория категорически очень высказывается на эту тему. Я на самом деле удаляю такие комментарии, потому что, ну, мне это не нужно. Вам не нравится? Зачем вообще видео такое смотреть, правильно? Вот. А вторая категория – это те, кто обвиняет меня в том, что я без уважения отношусь к Павлопосадским платкам, потому что это искусство. Я с вами абсолютно согласна, но то видео я снимала как раз-таки для того, чтобы просто показать, какие платки у меня есть. Не преследовала там никакую, не знаю, суперцель и так далее. Ну, в общем, на то видео я вам ставлю тоже ссылку. Вообще, по поводу трендов, знаете, я тут хочу сказать пару слов немножко тоже. Ну, сейчас осень, сейчас обострение, поэтому у меня все больше и больше появляется комментариев таких негативных, я бы так это назвала. Но я удаляю, мне как бы оно не надо, вот это все. Так вот, черный цвет тоже не в тренде я. Супер. Я тут, когда болела на Ютубе, у меня есть такой цветок, сейчас я вам покажу. Вот, Змеокулькас, да, он называется. Я тут что-то мне в голову взбрело, я решила, что я хочу его размножить. Думаю, как он размножается? Может быть, ну, нужно из-под корешка отщипнуть или листиками, или веточками. В общем, решила поискать на Ютубе данную тему. Так его, кстати, не размножила, если что. Ну, я там смотрела разные видео про этот цветок. Вообще неправильно я за ним ухаживаю. В общем, это ладно. Вот. И потом в рекомендованных YouTube мне предложил посмотреть видео. Знаете, как оно называлось? Тренды комнатных растений. Я была просто в шоке. Я знаю, что есть тренды на животных, и я в шоке от этого. И, ну, то есть на собачек. Трендовые породы собак. Или трендовые породы кошек. Ну, это вообще кошмар, конечно. Вот. А еще есть и тренды комнатных растений. То есть ты такой прошелся у себя в доме, так, ты не в тренде, ты не в тренде, ты не в тренде. И что ты с этими растениями будешь делать? Выбросить? У нас скоро береза не в тренде будет. Вообще кошмар. Я посмотрела это видео, кстати. Кому интересно, просто так и наберите. На Ютубе тренды комнатных растений. Там такой молодой парень сидит и рассказывает про тренды. Кошмар, конечно. Вот, но я комментарии не оставляю. Я такой человек. Посмотрела и закрыла. Вот. А еще я поняла, что вот это цветы, это все не мое на самом деле. Мне нравится, когда у меня дома цветы, мне нравится за ними ухаживать. Но вот эти все названия запоминать, я не знаю, я в шоке. Как только запоминают, непонятно. Так, вернемся к платку. Платок я заказываю Почтой России. Заказываю на официальном сайте. Больше нигде не заказываю. Ни на Вайлдберриз, ни на Озон, нигде. Хотя и там тоже есть они. Почему? Потому что я боюсь подделок. Вот и все. Поэтому я заказываю на официальном сайте.
И я не хочу, то есть я заказываю павлопосадский платок, потому что это павлопосадский платок. Они мне очень нравятся. Подделать не хочу, поэтому заказываю с официального сайта. На самом деле и вам того советую. И цены на официальном сайте такие же, как на Вальберс. Вот. Поэтому мне очень нравится. И здесь новенький платок, его никто не открывал, никто его не примерял. И еще вот такая вот классная у них упаковка. Мне очень нравится. Вот столько прям бумаги, но это у меня пойдет на макулатуру. У меня в школе дети каждые 2 месяца собирают макулатуру и сдаем. И там соревнования по классам, кстати. Это очень, на самом деле, классно. У нас в школе очень много вообще детям говорят, рассказывают и вообще вот про экологию и все остальное. Это мне, я считаю, что это очень классно. Вот. Вот он. Я хотела зеленый платок. У меня есть один зеленый платок. Но зеленый зеленому рознь, да, как и черный. Черному рознь. Вот. Давайте я вам сейчас покажу его. Боже мой. Он достаточно большой. Так, я потом его разложу на кровати и покажу вам. Вот такой вот. Смотрите, какая красота. Просто. Это же просто обалденный платок. Мне они очень нравятся. Они очень теплые. Они очень красивые. Классные. Так, чтобы меня не ругали, давайте я скажу вам название. Значит, название рисунка «Фаворит». Автор рисунка Жукова Елена. Дальше, что тут можно говорить еще, чтобы меня не ругали? Чисто шерстяной, набивной, шелковый, бахромой. Размер 125 на 125. Сорт первый. Павлопосадская платочная мануфактура. Здесь правила ухода за изделием. Не стирать, не отбеливать, не сушить барабане стиральной машине. Сухая чистка, гладить при максимальной температуре подошвы утюга 150. Горизонтальная сушка. Я стираю эти платки в стиральной машинке с средством для шерсти шелка. И я стираю на ручном режиме или на режиме шерсть. Когда достаю из стиральной машинки, он очень такой плохо, вот эти режимы, у меня выжимает сам платок. Я потом его действительно расстилаю на сушилке обычной и... Супер, у меня еще ни один платок не испортился. Так что, да. Но делать так не рекомендуют. Рекомендуют отдавать химчистку, я так понимаю. Но это просто обалденный платок. Так, давайте я сейчас разложу на диване, покажу вам, как полностью он смотрится. Конечно же, оставлю ссылочку на него. Вот я разложила этот платок. Посмотрите, какая прелесть. Вот так вот выглядит его рисунок. Очень красивый. Мне так нравятся девочки. Вообще обалденные. Павлопосадские платки — это не только цветы, розы и все такое. Это еще и обалденные вот такие вот. Просто нет слов. Так, давайте поближе покажу бирочку. Где она у меня тут? Где она? Так, она, по-моему, вот здесь вот. Вот так вот. Вот. Название рисунка «Фаворит», автор Жукова Елена. И размер платка у нас 125 на 125. Вот такой вот шерстяной набивной платок. Есть совсем такие плотные шерстяные. Ну, в общем, на сайте там много всякой красоты. Вот. Кому интересно, обязательно посмотрите. Но мне очень нравится. Я прям балдею. Это просто красота. Ну, как можно такую красоту не любить? Я не знаю. Ну, каждому свое, конечно, но мне очень нравится. Кому не нравится вот эта бахрома, мне просто писали как-то, что платок очень красивый, но не нравится бахрома. Там есть платки, они называются с подрубкой, у которых нет вот этой бахромы, просто подогнуто и все. Так что обратите свое внимание. Мне тут, кстати, тоже писали, что у меня стал странный голос. Ну, я недавно болела, возможно, ковидом
Я не знаю, тесты я не делала, но с того времени, да, у меня немножко осипший голос. Вообще, когда я болею, у меня всегда голос осипает или становится осипшим, или пропадает вовсе. Так, давайте я вот так вот сделаю. Вообще, зеленый не рекомендует цвет к лицу. Говорят, что зеленый цвет бледнит. Не знаю, но мне очень захотелось. Вот это. Мне еще один там платок приглянулся. Но я решила пока только этот заказать. Так, стоимость платка. То меня тоже ругают, что я цены не говорю. Вообще, хватит меня ругать, девочки, я хорошая. Стоил платок 2685 рублей. Какая-то у меня была скидка 55 рублей. Не знаю за что. За какие заслуги. Вот, но... Да. Вот такой вот. Такой вот классный платок. Не знаю, мне очень нравится. Смотрите, какой красивенький. Просто красота. Вот. Так что на платок я вам ссылку оставлю. И оставлю, конечно же, на рандеву. На вот эти два аромата. Но мужской потом обязательно расскажу. Обязательно расскажу, потому что мало вообще видела отзывов на вот этот мужской аромат. Кому-то он не нравится, кому-то нравится. Но вообще все отары. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, как-то так. Вот, на этот аромат потом, когда на мужа нанесу. Потому что я замечаю, что я на себя пшикаю. Это не так, не то немножко. А когда муж приходит, тоже на себя нанесет. Так мимо проходит и прям так. Вкусно. Ну, в общем, расскажи, как он держится, мужской аромат, тоже целый день, не целый день. В общем, красота. Я обычно эти платки ношу не на голове, а именно вот таким образом на голову я могу одеть, если, допустим, куда-то вышла гулять или что-то в этом духе, да, там с детьми, например, с собаками, и я чувствую, что я начинаю замерзать, тогда я его ищу на голову себе. И вот так вот. А так я обычно под пальто, под какую-то куртку, очень сильно согревает и держит в тепле мое многострадальное горло, которое у меня вечно, вечно каждый год у меня что-нибудь с ним происходит. Вот, так что вот такой вот красавец у меня осенний. Супер. Кстати, с каким-нибудь бордовым пальто тоже будет красиво. В общем, супер. Вот. Так что на сегодня уже буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео, было полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую, до новых встреч.